Привет, ты знал, как работает мультиплеер в Гликтиме? Сейчас расскажу. Расширение RedLA позволит это сделать. Добавим окно индексирования и перейдем в ивенты. Сначала подключайся к первому серверу Darkwire, который указан выше. Затем нам необходимо установить неодинаковое имя, так как будет запускаться два одинаковых клиента. Ну и финальный этап подключения – это присоединение к каналу, в моем случае канал тест. Теперь сделаем самое главное – обмен информацией. Мы сделаем обмен текста, но вы сможете сделать все, что угодно. При нажатии на Enter отправим текст из окна редактирования в канал по субканалу 0. Субканал – это своего рода провода, и, конечно же, нужно использовать разные по одновременно отправки разных сообщений. Осталось сделать их прием. Кстати, Blast, в отличие от Send, отправляет сообщения быстрее, но не факт, что они придут. При текстовом сообщении от канала на субканале 0 мы добавим его отладчик. Компилируем и проверяем. Как мы видим, все отлично работает. Ну а ты подпишись. Удачи!